Первенство по мотокроссу в деревне Горки проходит уже более 5 лет. В очередных соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов. Сегодня проходит чемпионат Московской области по мотокроссу и питбайку. Это традиционно у нас здесь первый этап проходит на трассе «Казачий дозор». И всегда собираются из Подмосковья ребята и из близлежащих областей. Первенство Ленинского городского округа по мотокроссу – важная дата в календаре каждого профессионального мотоциклиста. Трасса с крутыми поворотами, спусками, трамплинами для прыжков и другими неровностями рельефа делает это состязание зрелищным, динамичным и захватывающим. Спортсмены соревнуются в 17 различных номинациях. 9 классов большого мотокросса, но в него входят и детские, и большой мотокросс. То есть тут 3 вида, будем так говорить, специализации. Для Григория Товарного гонка на трассе «Казачий дозор» – прекрасная возможность поработать над техникой и повысить свой уровень профессионализма. Я еду в 2 классах питбайк до 160 и любители до 35. На чемпионатах России по питбайку я занимал призовые места. Да и в обычных соревнованиях я приезжаю чаще всего в тройке. Андрей Тихонов участвует в соревнованиях с 5 лет. Выбрал этот вид спорта, так как он развивает физическую силу и выносливость. Управлять квадроциклом надо иметь много силы. Чтобы гонять на квадрике. Обычный человек не сядет на квадроцикл и будет кататься на нем. Потому что, во-первых, он может что-то сломать, а я уже приспособлен к этому. Тренирует Андрей его папа Станислав Тихонов, руководитель профильного комитета Мотоциклетной Федерации России. Мы сейчас делаем очень большой упор на детей, то есть именно на детские гонки, на развитие, потому что квадроциклов в России очень много, культура немножечко отстает. Мы прививаем это, чтобы дети ездили в полной экипировке, в шлемах, использовали, скажем так, определенные навыки вождения, чтобы это было не просто так бесконтрольно, а чтобы это было безопасно. Поддержать гонщиков пришло много болельщиков. Максим Прокопенко – поклонник этого спортивного праздника. Интересно смотреть, как вот ребята ездят на технике, еще в канун 9 мая, получается. Тоже сам занимался давно всей этой темой, очень увлечен этим. С каждым годом соревнования на трассе «Казачий дозор» набирают популярность как у профессиональных спортсменов, так и у начинающих. По итогам первенства гонщики получили более 30 кубков по разным дисциплинам. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.